Один человек подошел к Сократу и сказал ему: «Знаешь, мне о тебе один друг сказал». «Постой», – остановил его Сократ. «Давай просеем через три сита то, что ты хотел сейчас мне сказать». «Хорошо», – согласился тот. «Тогда первое сито – сито правды. Правда ли то, что тебе обо мне сказали?» «Да не знаю, мне так сказали», – сказал человек. «Хорошо, тогда давай просеем через второе. А полезно ли то, что тебе сказал тот человек обо мне?» «Да нет, не очень полезно». «Тогда через третье сито – сито доброты. А доброе ли то, что он обо мне говорил?» «Да уж не совсем доброе. Значит, тогда ни тебе, ни мне об этом ни говорить, ни слышать не полезно. Давайте и мы все просеивать через три сита. Сито пользы, сито правды и сито доброты».